Да. Турецко-подданный. Да, но зато он мелкий. Специфика такая. Видимо, это как по местности. Он мелкий, но он должен бы отличаться от другого, от чем-то, от тех. Крупный я знаю где. Вот где мы проходили. Туда подъезжали. Ну, так это правильно. То, где мы стоим, называется русло реки Арга. Я думаю, заплыв у нас не получится. Заплыв? Раньше надо было, когда еще снег не сошел. Вот тут действительно все это заполнено. Зверобой. А? Знаю. А животные поедают, и у них пропадает от защиты от ультрафиолета, и у них просто-напросто погибают от ожога. Речь про коров. Ну только белые животные. Почему люди боятся это самое пить чай со зверобоем летом? Не знаю. Правильно. Верный ход мыслей. Я говорю, чего вы боитесь? Ой, нет, солнечная погода, зверобой пить нельзя. Угу. Ты что, корова, что ли? Корова, но такая скотина, да? Вот ведь, да? Да. Бывает. Четкий юго-западный ветер, но в основном южный. А вон облака-то, видишь, верхний как тащит. Со страшной силой.